выдающимся советским хирургом Сергеем Сергеевичем Юдиным разработан замечательный способ закрытия культи 12-перстной кишки, которым мы пользуемся при большом сквозном дефекте дуоденальной стенки в случаях пенетрирующих флоридных язв. Технику операции улитки Юдин показал в рисунках. Мы оживили их. В результате получается герметичный шов культи при таких дефектах ее стенки, которые кажутся на первый взгляд непоправимыми. Решается, по словам Юдина, и задача тампонады вот таких гигантских язвенных ниш, глубоко пенетрирующих в головку поджелудочной железы.